Всем привет, ребят! Уже достаточно видео с открыванием кошельков из библиотеки, ну, я решила свой эксперимент провести. Собрала 1000 кошельков, закупилась баночками, вот, выложила полностью все деньги, ну и все лишнее из сумки. И как бы теперь хочу открыть все 1000, тут немножко даже больше, 1016 и 6 зеленых. Вот. Сейчас я при вас все это дело открою. Ну и в очередной раз проверю свою удачу. И мы все дружно посмотрим, что можно заработать с 1000 кошельков. При этом вложившись, конечно же, в банки. У меня было 5000 очков работы. Я накопила специально. И купила 13 баночек. Навык воровства у меня уже, вот как видите, 24 тысячи. То есть я по 14 очков работы трачу. Вот. Поехали! Чтобы не было скучным видео и длинным, я сейчас включу музычку и ускорю немножко процесс. Thank you.
последняя баночка выпита. И я на десерт оставила зеленые кошельки. Я думаю, все заметили, что с зеленых кошельков рандомно выскакивает разное количество золота. Самое стандартное – это 3 золотых монеты. Максимум, который я получала, это было 49 золота. Ну, 2 раза по 11, остальное по 3. Вот что у нас из 1000 кошельков оказалось в сумке. Разнообразно, много разных осколков, точнее их всего 3 существует, мне все 3 не выпали. Для крафта куча ингредиентов, декоратором, для вещей плюс руны. Честно говоря, я надеялась, что руны мне попадутся хотя бы плюс 4, плюс 5. Но из 1000 ни одной такой вообще, наверное, не попадаются. Из таких кошельков нереально вытащить руны плюс 4, плюс 5. По ценам я не буду смотреть на аукционе, что сколько стоит каждый. Я думаю, из вас может сам прикинуть на своем сервере, знаете уже цены. Единственное, что у меня первый раз, вот я вытащила для декоратора вот этот красный шарик, так сказать. И, в принципе, если кто еще не знает, что для чего надо, вы можете зайти вот в ремесло и найти, для чего требуется конкретный ингредиент. Так, это я, наверное, не там ищу. Чего-то его тут нету. Кольца. А, вот, гравировки. Невнимательная я какая. Гравировки. Вот. Эти гравировки, каждый может зайти посмотреть, дают разные статы, соответственно, на деф, на атаку, для ближнего, дальнего боя, магические, скорость всяких раз, ну, в общем, безумное количество этих всяких рун, для которых нужны эти итемы. Баночка для крафта бижутерии, посмотрим сейчас, да, украшения. Смотрим, для чего она. Ага, вот она, топовое колечко. И предтоповое. Вот, как видите, они нужны для колечек высокого уровня. Вот 50 уровень. Ну, я надеюсь, штука ценная. Вот, и то же самое для доспеха. Так, что у нас? Вот, для осколки для книгопечатания. Точнее, в книгопечатании они используются и делаются свитки. Свитки чар оружейника, броника и ювелира. Можно продавать сами эти свитки, уже готовые крафтить, если у кого есть возможность потратить очки работы. А можно просто продавать сами эти осколки. По деньгам у меня получилось 354 золотые монеты с копейками. Как видите, золото у меня без продажи итемов получилось больше, чем я потратила на банки. Так что идите скорее в библиотеку, добывайте кошельки, открывайте, не жалейте денег на банки очки работы. Сейчас это получается один из немногих способов неплохого заработка в игре. А тратить деньги у нас, я думаю, все уже знаете, есть куда. Взять только даже эти клумбы. Я уже не говорю про обмундирование, оружие, всякие катера, там разные штучки, прибаучки. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь в группу. Сейчас там уже стартовал очередной конкурс. Всем удачного фарма и хорошего дропа с кошельков. Пока!